Всем привет! Па-бам! Сегодня мы будем доделывать скульптуру рыба из 5-копеечных монет, которая уже 5-6 лет, точно не могу сказать сколько. Благодаря тому, что я ее когда-то начал и забросил, я начал делать скульптуру самую большую в мире из 5-копеечных монет, когда их вывели из оборота. Ну, об этом потом. Сегодня мы поставим ее на подставку, сделаем плавники, определимся с местом, где будут глаза, возможно, переделаем хвост. Но хвост будем трогать после того, как поставим на подставку. Плавники, возможно, будут из гвоздей сделаны. Ну, мы пошли. Это у нас будет за подставку. Примерно вот так будет стоять. Ее нужно начистить. А это Илья, наш друг, оператор и, в общем-то, просто хороший человек. Устойчиво, да, получилось, стоит. Да, нормально. Да. Ну, хотелось, конечно, сделать его плавниками, но плавники, возможно, будут из гвоздей отдельно, возможно, и не будет плавников. Не, ну так тоже оригинально, только можно немножко добавить сюда, и получится из этого упора якорь, словно рыба сидит на якоре, затонувшем. А, ну тоже вариант, да. Даже так, так вот сюда. Даже наискосок она будет прикольнее смотреться, потому что она изгибается, словно плывет. Угу. Так, забавно получится. Я подал такую идею. У нас есть вот такая деталь от пуга, похоже на якорь, и добавить сюда элемент какой-то, в общем, попробуем обыграть это как якорь. В общем, делаем, продолжаем плавничок. Илья, спасибо. Да не за что. Скоро приду на кофе. Давай. We'll be right back.
теперь нужно изготовить декоративное небо. Сегодня было проделано достаточно много работ по рыбе. Значит, в первую очередь был приварен плавник, видоизменен хвост. Приварена подставка, она будет стилизована под такой якорь с цепью. Изготовлено декоративное верхнее и нижнее небо. Собственно говоря, осталось все это обварить, укрепить, помыть, отполировать, установить глаза, сделанные из корпусов карманных часов. Внутри пока что будет болтаться 5-копеечная монетка. Но в дальнейшем можно будет открыть и установить там практически любую деталь. Пока так. Значит, после того, как мы завершим все работы по рыбе, это уже будет следующая серия или в одной из следующих серий, мы приступим к изготовлению улитки. Вот. Это две улитки, и, скажем так, им уже много лет. И мы изготовим в данном случае улитку из вот такой улитки звукового сигнала в автомобиле.